Третья пати слева будет, четвертая пати справа. Возвращаемся все ко мне обратно. Звездочку все возвращаемся, звездочка возле Глута стоит. Скорбин, ты тут? Скорбин. Сейчас, походу, будем тактики тренировать. Скорбин, ты тут? Алло. Смотри, что у меня есть. Скорбин, наварь. А ну надо Джерена взять в таргет, что у тебя там есть. Фростшмот. Пати, Холипал, Аскорбин, по миликам, Фанкхиро и Спридер тут будете. Слева дамажить. По миликам справа будет Крыса и Фанкхиро здесь. И. Получается четвертая пати. И 4 хила, Олег, ты в сове. БДК, окей. Значит, смотрите, мы убиваем миников. Убиваем миников. Бафайте левитацию, маги, присты. Если вы без левитации можете перебраться, то есть там друиды, форма кошки, спринты, вы это делаете. Как можно быстрее перелетать на платформу к Тадиусу. Дальше, вот стоит босс. Вот стоит босс. Мы все собираемся перед его мордой. Где мои дымочки? Вот все собираетесь сюда. То есть часть рейда справа перепрыгивает, часть рейда слева, когда добиваете миника. Все под морду. Вот сейчас все подойдите в белый дымок. Вы сразу же бежите под морду босса. После этого направо уходят плюсы, налево минусы. То есть здесь зеленый дымок, сразу же уходят минусы, когда повесится полярность. И плюсы уходят направо, вот сюда. Вот эта сторона плюсов. Вот эта сторона, сторона минусов. Полярность бывает только двух видов, если вдруг кто-то не знает. Либо плюс, либо минус. Соответственно, вы стоите под мордой. Если на вас минус, убежали сюда. Если на вас плюс, убежали сюда. Каждые 30 секунд полярность обновляется. Бегать мы будем всегда против часовой стрелки. То есть вот таким вот макаром. Сюда против часовой максимально к краю прижались. И с той стороны тоже против часовой максимально прижимаетесь к краю. Значит, смотрите. Вот на мне стоит плюс, да, полярность. На меня кидается минус. Я должен перебежать на другую сторону. Перебежать к минусам. И делаю это дугой. Я дамажу. Через 30 секунд на меня опять кидается минус. Я остаюсь на месте. На месте я остаюсь. Если же на меня кидается плюс, то есть моя полярность изменилась, я перебегаю на другую сторону по часовой, против часовой стрелки. Кто чего не понял? Надеюсь, все поняли. Следующий момент. За несколько секунд до смены полярности мы делаем движение вправо. Плюсы делают движение в эту сторону, минусы тоже делают движение вправо, то есть в эту сторону. Меняется полярность. Мы, если полярность меняется, перебегаем на другую сторону. Если она остается такой же, мы делаем движение в другую сторону, чтобы встретить людей. То есть я стою с минусом. На меня кидается минус. Полярность моя не меняется. Я бегу в другую сторону, чтобы встретить людей с минусами. То же самое, если я стою на стороне плюсов. Вот я стою, на мне плюс. На меня кидается плюс. Я двигаюсь к плюсам. Встречаю их. Потом возвращаюсь на исходное место. Еще раз. Пул начинается. Мы стоим под мордой босса. Если минус, убегаем сразу же на сторону минусов. Если плюс, убегаем на сторону плюсов. Дальше смотрим за полярностью. Вот я стою с плюсом, на меня кидается минус. Я перебегаю. Моя полярность меняется. Если я стою здесь с минусом, на меня кидается плюс, я перебегаю к плюсам. Не затупите. Проверяем информацию. О, кого я не знаю? Control Heal. Control Heal. П.
Подойди, фиолетовый дымок, сюда. Если на тебе плюс, ты что делаешь? Остаешься. Хорошо. Если на тебе минус... Перебежал. Хорошо. Хан, подойди в зеленый дымок. Если на тебе плюс, ты что делаешь? Хорошо. Если через 30 секунд на тебя опять кидается плюс, ты что делаешь? Если через 30 секунд на тебя кидается минус, ты что делаешь? Хорошо. Кого еще не знаю. Black Cherry. Встань в фиолетовый дымок. Если на тебе минус, ты что делаешь? Только побольше дугу набирай, пожалуйста, когда перебегаешь. Ну, ты увидишь, там надо к колбе прижаться будет. Кого еще не знаю, кого еще не знаю. Крыса, подойди в зеленый дымок. Это оскорбление или приказ? Ну, сейчас после Тадиуса узнаем. Если на тебе плюс, ты что делаешь, крыса? Хорошо, и, пожалуйста, череду выкинь с панели, чтобы ее нечаянно не нажать. Просто выкинь сейчас ее. Если на тебе минус, ты что делаешь? Хорошо. Кого еще не знаю. Крашер вроде был. Пипенчик. Пипенчик. Давай-ка вспомним. Подойди, фиолетовый дымок, пипенчик. Хорошо. Если на тебе плюс, ты что делаешь? Хорошо. Если на тебе минус? А если на тебе плюс? Хорошо. Так, Фан Хиро вроде был. Гваделупа был. Ладно. С богом. Пошли. Женя. Я, Фан Хиро, там все пачки стоят, да? Тихо, пожалуйста. Фан Хиро куда идет? Фан Хиро идет налево. Налево Фан Хиро идет. Подождите, да, в центре все стоим. В центре все стоим, надо ребафнуться, как бы. Фулбаф пары даем. Значит, миники по миникам очень восприимчивы к срыву агро. Не бурстите слишком сильно в них. Не срывайте агро у танков. Смотрите мордашками в Оман. Хант обязательно напулишь на Аскорбина. Аскорбин шмот менять там будешь? Че, нет? Да. Хорошо. Я же всех называл. Хант, ты слева. Еще раз, давайте еще раз. Третья пати слева, четвертая пати справа. Хпал слева, все хилы остальные, Олег в сове, справа. Фан Хиро, спридер, слева. Крыса справа, я справа. Гваделупа слева, контрол хил справа. Хант слева. Кого еще не назвал? Лок справа. Моя пати, подходим ко мне к звездочке. Пати с печенькой становится параллельно нам. Чек на пул. Готовится залетать танки, которые агрит на себе миников, отворачивают от трейда, становятся параллельно друг другу. Поехали танки. Ханты роги напуливаем. Хилы прохиливаем рейд уже. Сейчас нас начнут шотать. Не лосаем хил хилов. Так, направо. Поднимитесь все наверх. Покучнее. Покучнее станьте. Справа. И не лосайте хил. Подойдите поближе, кто там на лестнице стоит, на изгибе кто стоит. На природу справа темп поставьте. Поставь, Аматис. С Фионой это говорю. Хорошо, все понял, вопросов нет. По Фогину чуть послабее. Пару костов пропустите, маги, по Фогину. Хуман, захиливай, пожалуйста. Мерзый прокну. Прожмись там чуть что, на всякий случай. На следующую берси моба. Еще пару костов маги пропустите. Еще два коста пропускаем, маги. Добиваем.
Левитации поехали по рейду. Маги присты, работаем. Под морду все. Готовимся. Помним, что слева у нас сторона минусов, справа плюсов. Готовимся разбегаться на пуна БТК. Не затупите, пожалуйста. Фанхир в центр встанет. Приготовились разбегаться. Разбежались. Твою мать, аж пропотелся. Гера пошла. Движение сразу делаем вправо. Не забываем встречать людей. Бейте босса хил. Да, хилы бьем босса. Ласточки все выпили и потики нажали. Приготовились. Смотрим полярность. Встречаем людей, не тупим, встречаем людей. Хорошо. Олег, выйди из рейда, попробуй бернуть Гизма. Акцент, выйди крошермай на берни. Не вставать сразу, ждете, пока человек уйдет в рейд. Подходите, когда на вас обновится полярность, и она будет совпадать с пачкой. Приготовились, сделали движение вправо. Смотрим. БДК Гро не теряешь, держишь рейндж. Так, нажми ретаунт. Делаем движение потихонечку вправо. Приготовились. Смотрим полярность. Встречаем людей, не забываем. Фиона, вторую Геру, пожалуйста. Сделаем движение вправо. Делаем движение вправо. Приготовились. Смотрим. Не забываем прижиматься к краю и колбе. Только не упадите вниз, как это делает Шелон. Была беда так. Да. Делаем потихонечку движение вправо. Готовимся. Смотрим полярность. Бурсты все нажимаем по КД. Хилы дамажим по боссу. Иннер по Гизма Агни откинешь, когда будет возможность. По Блэк Черри Крашер откинешь. Делаем движение. Смотрим. Встречаем людей. Карбин, осторожно. Ты будешь танчить или может БДК заберет? Я танчу, нормально. Окей. Я весь был танчу. Понимаю. Делаем движение. Смотрим полярно, встречаем людей. БДК так на 15к ДПС дает. Делаем движение вправо. Смотрим, встречаем людей. Ну-ну, осторожно. Прижимайтесь, пожалуйста, к колбе и краю. Хорошо, стоим, стоим. Плюсы вышли в портал, минусы стоим. Это какое-то нечестно так.
А как сколько ты, как ты столько надамажил? Ты что, в ДД танчил? Понял, блядь. Вообще-то я тогда тактично упал. Тактично? В смысле, в каком ДД я танчил, алло? В доспехе? Нет. В БДК, танки. Минус везем в портал. На пауч. Ля, никто не реснул. Ляшил за лю. Дали вниз этого стела. Dark Stars. Да-да. Добро пожаловать. Это по welcome to raid. Немножко, да, был. Я не ожидал, конечно, пипец. Артур, ты тут? Или Мурлокс просто, и все. По рейд трэш, пожалуйста, я пойду. Бейте. Больше это не достоин, брат. Ну давай, дымочки покидаю как девайс. Тихо, он на стриме слышит, потом тебя поймает чел нахуй, даст тебе пиздец. Да, извини, девайс. Как нет, пошел нахуй. Сюда, блин. Я там для РДшника белый дымочек нажал. Станет туда. Всем похуй. Так ты же не фиолетовый бросаешь. А у меня такой белый. У меня карта забагалась в этом на скромасе грима. В смысле? Отображает, типа, люди на карте. Скрабин, почему ты мне карту забагал? Люди на карте. Потому что ты коня не покупаешь у меня. Теперь ты у меня коня будешь покупать, понял? Узнала, дала Скрабину коня. Ты вечер пишешь. Бафы. Скорбин слева танчишь на жука, который поедет к БДК справа. Не подводите босса к рейду близко. Хилы максимальное расстояние скиллов. Сразу же отмеряем. Прохиливаем. Дайте каску, повару, пожалуйста. Добавивайте рейд. Скорбин, забери, пожалуйста, на себя этого моба, когда он выйдет. Оскар, раздай каски, пляс. Там не доигрывает на Скорбине. Как заебался баф все же. А я когда рейд веду, я обычно какого-то паладина заставляю баф вместо меня. Чек. Ну, я типа рейд веду, но я как-то бафу, не? Все, извини, пожалуйста. Блэкчерри, Гизма, Агния, Хуман. Хуман, наверное, просто ФК. Грубо МК дайте, кстати, вообще грубо без МК. Да, у меня чуть мозг не сломался, когда вы сказали Хуман ФК. Куда понял, что это ты, да? Да. Кстати, прикольно, трэшер я лишь на Скорбине. Тупо бейте. Так о чем мне еще сказали, блин? Хуман, раздупляйся давай. Без хпала не хочу пулять. Хуман, ты здесь, нет? Нет, нет. Чек не принимает. Вы Войду скажите, он на моем аккаунте сидит. Серьезно? Да. В смысле, ты рофлишь? Нет. Заходи на аккаунт, блядь. Ару. Вот, это ты нахапали? Чё? Это ты нахапали? На каком нахапали? Я не слышу, РЛ. Понял. Ну что там, давайте. Принимайте чё.
Но он недавно гайд на хэппала спрашивал, видимо, для Накса. Не, если бы я знал, что это вот сидит на хэппале, я бы не взял. Что это сказал? Шучу, шучу. Извинись, да? А что, типа, да, ну, барака без фейлов? Пипенчик. Да, да. Понимаю. Он где-то поумирал, и все. Все, ночью. Подыкай, один начинай. Карабин собирай мобов. Моб еще с приор. Вообще, в принципе, на этом боссе трэш приор. Рейндж нормальный, большую дугу наберите, пожалуйста. Геру давай. По мобам активнее въезжаем. Прохиливаем сектор. Скоро все будет кончено. На венки какие-то закидывайте хилы в тех, кто подлетает. Маги там особенно. Доигрываем по трэшу. А, Гера в КД была, ну что такое? Ты умерла просто. Ты как, где-то в районе фиолетового дымка стоишь? Близко не подводишь. Упала обязательно частицу. На Скорбина прохиливаешь БДК. Либо свичи частицу. Ну смотри сам, ты должен выхилить это. Мелочь кливаем, разошлись. Отошли от босса, отошли от босса. Как дальше проведи? Килом проведи. Забирай уже с него, забирай с него уже. Слава, слава. Уман, блять, нахуй вы сказали вообще что-то про него. Бэр по нему кастуй, акцент. Мелочь кливаем, кливаем мелочь, кливаем мелочь. Скорбина хилим. На увидел. БДК босса на исходную. Не надо так больше. Иди манурес в мини-зоне хпал. Рейндж наберите. Никуда не выйди, держи здесь. По трэшу все, по трэшу, по трэшу все. Готовимся отбегать от босса. Милики отбежали. Остальные отбежали. Танки разошлись. Хуман не заслак, и максимальное расстояние скиллов, меря и хиль. Близко-близко подводишь. Да, Хуман, я с тебя в ахуе просто. Так там не Хуман, там вурдалак конкретно. Я не знаю, кто там играет, меня волнует то, что Сапал херней занимается. Добиваем босса, моба забери на себя. Хуман, ты здесь? Да, да. Зайди, пожалуйста, поиграй ты, а. А это Войд был на Тадиусе или Хуман? Вроде так нормально бегал. Там рофлит. Бля, кстати, норм тема. Если косячишь, то говоришь, типа, на твоем аккаунте кто-то другой играет. Когда 17к дал, говорил, что Джерри, он на моем аккаунте. А походу 7% времени на твоем аккаунте, да? Ну да. Да подожди, Артур. Остановись. Трэш без бомжей. Аккуратно. Бьем по одной пачке. Тайфуны по команде. Через послушников играем мы по трэшу.
Послушников бьем. Следующую агреш. Послушников бьем. Послушников. Послушников. Тихо. Это не надо. Так, БДК, фиолетовый дымок. Сразу агришь босса, вводишь его туда. Аскорбин въезжает по трэшу, потом уходит в белый дымок. На ход кей выставите устранение яда. Или как там у вас друиды? Шаманов раскидай. Да, да, да. Фиона тотем в РДД поставишь, а Матис в мили поставишь. Центр хилам оставляем. Третья пати слева от центра, четвертая пати справа от центра. Хант и ШП разберетесь там с локом. Хант, допустим, налево, ШП лок направо. Так, ауру на огонь ставлю. Третью ауру холипал. Хорошо. Значит, у босса две обилки, которые иначе редуют. Яд и дождь. Яд моментально продиспелить, из дождя моментально выйти. Дождь бьет дальше своих текстур. Вам может показаться, что вы с него вышли, а нет, нихуя. Дальше отбегайте. Чек. Панхира, грипни звездочку после чаржа. Да, привет. Хорошо, все готовы. Поехали, танки, аскорбин собирай. По трэшу все въезжаем, старфолы нажали. Готовимся, первый яд, первый дождь. Диспел. Диспелим, диспелим. Матис, переставь к центру ближе тотема, пожалуйста. Диспелим. Быстрее, пожалуйста, это делайте, друиды. Дождя выходим, из дождя выходим, не ловим дождь. Вы что, прикалываетесь, что ли? На анлуку кастани СС Гизма. На аскорбина кастани СС Барбитур. На холипала кастани СС Пипенчик. Диспелим. Не ловите дождь, пожалуйста. По крашеру БР закинешь огня по возможности. Вставай. Милизону проводи. Бафы по нему. Свободный ГКД, закинешь каску по друидам. Диспелим. Проводи. Диспел. Не ловите дождь, пожалуйста. Отбегите подальше. Диспелим. Прожмись на скорбине. Диспелим. Пристать, диспел. Убегайте от дождя, дождь заканчивается, на исходное место обязательно становитесь. Не нарушаем рейнджу. Прожмись ДК.
ждем танка в танке, не в кашем трэш залетаем. Спасибо за боб, скорби. Это не я. Да, ты что? А, на, а чё я сделал, блядь? Ты боб кинул, дурачок, тебе же сказали. Скорбин... Я думаю, что у меня буря не тыкается. А скорбин в отрыв пошел просто в этом наксе. Думаю, тут топ-10 пранков, вышедших из-под контроля, скоро будут. По тени играем, первый стан мой будет. Локи, сколько КДСС у вас? У меня 10 минут еще висит. У меня тоже. Хорошо. Дайте по локам. Сейчас добежим до босса. Заходим в комнату, идем ко мне. Да я на боссе буду. Нет. Билд нормально сделай, потом танчи. Чё сделай? Билд нормально. Извини, ступа. Смотри, душат просто. Рыбу хавайте, баф обновляется. Ты чё, охуёлка? Всё, теперь мейн танк. Сколько нажмем свои сейвы? Первый БР на той стороне будет кастовать у меня Олег. Постарайся БРнуть до летящей паутины. Если кто-то в коконе там умрет, встаете после нее. Либо если вы видите, что до нее еще до хера времени, вы успеете подбежать к рейду, чтобы вас прохилили, можете вставать сразу. Третье, коконы, БР у меня готовят рисовые. Коконы разбиваете все, даже милики. Босса ведешь сюда. Поворачиваю жопой к стенке. Тут должны стоять милики у меня. Может быть, чуть-чуть ближе здесь.
гимны на хп по команде. ДЦшка абсорбишь все как боженька просто. На максимум отыгрываешь. Паучков, клива, милики активно. Аскорбин на себя их забираешь. Тайфун чуть что отдаете по очереди. Допустим, крашер первый. Агния второй, акцент третий. Чек. Дайте лапу или... Все, мы стоим все тут. Да? Сейчас под морды все отошли ко мне сюда, в звездочку. Все отошли, кроме танков. А жопой куда его, в стену держать или... Да, к стенке. Жопой. Начинаю? Да, иди начинай. На пол у нас карбина. Хант, отойди с под морды. Все, разворачивай, проходи сквозь босса. Гера пошла, играем по боссу. Ну, бля, разберитесь там уже, а. Хорош. Готовимся, первые коконы. Поехали. Бля, коконам. По коконам резче. Алло, почему кокон не дамажится? Барбитурщицу прохильте. Я понял. После летящей его резнешь, Олег. Поднимаем рейдхилы. Эрдру побежал туда. Диспелить не забываем танка. Под мордой только не бей, пробегай. Готовимся, следующий кокон. Старфол мне сливает агния на них. Ясно, я в мэр. Бейте без меня. Тайфун, нажмите на паученыши после летящей. Да, кстати, не вижу, что там происходит в рейде, поэтому что покричи там. Готовимся, скоро будет третий кокон, и деф обязательно нажимаете. Попытайтесь разбить максимальное количество коконов после летящей. Старфол отдаете все совы, у кого откадешится. Присты взрывом разума, видите? А Матис, поставь на диспел. Капарсивен, ты бей за чуть-чуть. Жмите. Сзади разбейте кокон. Крашер по холипалу, акцент по... Я понял, тут один далеко. Ладно, берите пока холипала. Акцент по команде на ту сторону. Пробежишься, бернишь вара. Хотя бернишь меня. После летящей. Прохиливаем рейд. Акцент побежал ко мне. Бэрэш меня. Опять эти по ДПС не даю, сори. Бля, 2 метра не добежал. Улетел нахуй на тот. Разбивайте быстрее. Дубль 2 акцент. Штрафом. Маша, дай зубы у меня. Все, беги к рейду быстрее. Акценты потом поднимите как-нибудь. И меня поднимите. Все, присты бьем, ретрик есть. Готовимся, последние коконы. А хотя бейте по боссу бейте. Забейте на коконы, по боссу доигрываем. Аскорбин тебе повезло, блядь. Тупо 2 раза в мэр. Ну, в первый раз я умер, потому что я не продиспейлил никто. Не стоял в летящий потом. А второй раз у тебя только откатывается РЗ и сразу же прокает. Я думал, он не успеет, и ты умер. Надеваем фрош-мод. Делаем быстренько наук, у кого нету. 2 шмотки... Как минимум должно быть. Нет, ты в танке остаешься на всякий случай. Я даю перерыв. Быстренько разбираемся. Да. Инканите фласку в чат, если кто-то не знает, еще что за она. Даю перекур пока. У меня есть фласки, дайте мне обмен. Кому надо. Иди нахуй, ты БДК, блядь.
Да, мне надо. А я тебе на танк дам. Давай. Одный обмен. Кого-то наебывает. Ну да, 5 голды против. Не кидается. Смысле, что баб дать? Лапу. Слушаешь только что. И... инту. Я ауру налё. Значит, смотрите. Скрипин, ты будешь танчить босса или калку? Нет, БДК. Хорошо, на пул, значит, на БДК. Мы все начинаем вот с этой точки. Подходим все вот сюда. По команде, сейчас туда идти не надо. БДК же начинает вот отсюда. Проводишь, упираешься спиной в эту глыбу, разворачиваешь и пошел по кругу водить. Фрейм босса, красный кружочек, у тебя должен касаться вот этой вот линии. Ханты всякие, шпшники, стоите ближе к центру комнаты, где-то вот за вот этой зеленой линией. В центре у меня стоят хилы. Очень большая просьба от хилов держать рейндж. РДД, рассасывайтесь вдоль левого бока, милики. Ваша позиция вот здесь, на вот этой вот полосочке, возле правого бока. Дебафа диспелим, маги, друиды, как можно быстрее все продиспеливаете. Если кидается дождь, ваша задача как можно быстрее из него выйти, с рейнджем от него. Он будет вас догонять, поэтому убегайте, не тупите. Значит, на взлетной фазе мы выбираем чистый сектор, точнее, раз нас 25 человек, 2 чистых сектора от дождя. Набираем рейндж максимальный и минимальный 8 метров, четко на 8 метров рассасываемся, ждем третью глыбу. Когда падает первая глыба, мы стоим на местах. Когда падает вторая, игроки, которые находятся далеко от этих глыб, начинают к ним бежать. Когда падает третья, мы заходим за глыбу относительно центра комнаты. Не затупите. Сразу же после глыбы на пул на ДК, ДК ловит босса, все по кругу. На свои же позиции расходимся. Не кучкуйтесь, держите рейндж. Особенно от хилов, еще раз напоминаю. Сейчас еще секунду, у меня что-то тут... Аматис другой пати секу. Сучек. Фанк хиро. Все отлично. Дымочек белый подошли, к звездочке встали. БДК в зеленый дымочек. БДК иди начинай. На пол на БДК. Все, рейндж набираем. Милики под свою. Под свой бок. Хилы ближе к центру. Ханты ШП назад. ДДшники от левого бока начинаем рассасываться. Геру сразу отдаем, в принципе. Давай Геру. Брустим. Все, нон-стопом проводишь, босс. Не тупите, пожалуйста, с дождем. Уходите, не задувайте друг друга. Под морду, под хвост не лезем. Не отлетаем, не получаем лишний урон. Мага прохиливаете. Маги, блинки есть у вас чуть что. Молодец, грубый. Готовимся. Сейчас будет взлетная фаза. Ищем чистые сектора сейчас без дождя. Я буду дамажить, не буду. На зеленую решетку не заходим. Направо проходим. Те, кто слева стоит. Кто там у меня? Аскорбин. Ну, Аскорбин, ладно. Рейндж 8 метров. Высоко на ступеньки тоже не поднимаемся. Прохиливаем рейд. Прохиливаем рейд. Зашли за глыбы. Зашли за глыбы. Когда появляется третья глыба, вы уже должны быть на изготовке, чтобы бежать. БТК босса ловит. Готовимся диспелить рейд. Диспелим рейд. Проводи. Сразу ловим свои бока. Милики правые. РДДшники левые. Хилы центр. Не тупите. Жмите свои сейвы. Жми дубовую. Выйди. Милики осторожны. Диспел, крашера, диспел, холипала, диспел. Активнее по диспелу, пожалуйста.
Бля, ребята, если вы будете так тупить, мы сейчас вайпнемся. Раздуплитесь, пожалуйста. Крашер, кастанешь по огни, Бэр, когда будет удобная возможность. Могу это. Придера прохил. Медизон прохиливаем. Под морду не лезем. Проводи. Акцент по Фионе, по Матис Краш разлейте, Нра. Пурсты все по КД в босса. Что за Фион? А, уйду. Да, он умер. Сейчас там. Хорошо. Бля, меня резнули. Как оскорби номер? Рейндж держим. Прохиливаем сразу же рейд. Прохиливаем. Меня могут. Зашли. Зашли за глыбы быстрее. Персифона, кастанешь гимн на ХП. Кастуй. По Фионе Иннер, если не было, то закидывай. Диспел Фанкиру. Ловим свои позиции, бурсты жмем по боссу. Я, конечно, ну, прикалываюсь, что вы, типа, Бэра без моей команды раздаете. Это прям прикольно. Диспелим дебафы. Гизма, под морду не лезь, или что там? Меня продиспелите. Продиспелите меня, блядь. Далеко бы. Вы в центре должны стоять, хилы. Не, это ман говорит. Я понял. Так, что у нас получается по БРам? Вот, величка от ТЦ Крашер нас слили. Остался БР у Агни. Да меня не рассчитывай, у меня игра вылетела, я на кладбище. Класс. Супер. Ну теперь не тупите, ребята. У нас шанс вайпа процентов 75 где-то. Вышли в чистый сектор от дождя, набрали рейндж. Смотрите, три игрока, которые там стоят, сейчас акцент. Кто там еще? Control Heal, смотрите, бегите к ним, срочно. Аспект нажми. Аспект нажми, Хант. ШП точку нажми, может спасет тебя. Все, аспект снимай, бафы готовимся диспелить. Продиспелили рейд. Алкоголичку, хорошо. Ладно, нажмите, пожалуйста. Ловим позицию. Есть гимн? Погоди пока. Давай Персифона гимн, ставь его на тотем. Я уже были, я понял. Фанкин. Фанкина заспальте, пожалуйста. Выходим, не бэкпедалим. Не бэкпедалим из дождя. А очень быстро выйти надо. Диспелим. Вара диспел. Вара диспел. Вара продиспельте. Дай крик на хп. Кал, проведи быстрее, пожалуйста. Уходим направо все. Уходим из этого сектора направо. Мизон, двигайтесь к нам сюда. Подбегайте быстрее, спридер. Рейндж держим. Прохиливайте сразу цели. Прохиливайте. Зашли. Для кого я говорил, блядь, быстрее глыбам подходите, фанхиро. Раздавай БР. У огни еще, а огни нет. Огни нет, все, БРов нету. Все, убиваем, бегайте нахуй. Не кучкуйтесь, пожалуйста, не стойте рядом с хилами. Не спайте, пожалуйста, активнее. Можно Иннер, если есть клопа Матис? Нету. Гим есть.
Выйдите это сначала из дерьма, а потом закинете гим. Лучше после переходки. Диспел. Аскорбин. Отошли от дождя. Умру. Умру. Три крейду подбеги, крыса. Ну это пизда. Че, не добьем? Попробуйте, пробуйте добивать. Проводи. На рейд босса с подморды отошли, продиспелили. Эрдру, кто там у меня? Алкоголичка и акцент. Диспельте. Спел. Фиону прохиливайте. Ассистите, пожалуйста, хилов. Бутылу подхиливай. Туман надо залить Фионе. Я тут, блядь, в камне нахуй. Рогу диспел, рогу диспел. Кош, нажми, кош, нажми. Подойди ближе к рейду, на другую сторону босса, перейди рога, потому что тебя не захилят. Ну, сумка. Кал, прожмись. Бербер, прости мне СС по алкоголичке. Сова ближе к ним. Зашли. Сейчас кину после этой штуки. Вы без хилов, если что. Есть эрдруг. Ну это понятно. Диспел. Акцент, помогай диспелить, пожалуйста. ШП прохиливай. Рейндж наберите, вас только пару человек, наберите рейндж, пожалуйста, больше. Калк, из дождя. Акцент барский нажми. Лок, где спел? Не бейте, не бегайте далеко друг от друга. Спел лока. ДК где спел? Прожмись, на низыпку нажми. Все, теперь пизда точно. Встали, побежали.
Что за тишина? Скорбим. Нет, контрол хил не надо. Тут должны на изи захиливать. Олег, получается, отвалился, чё как? Что я уходил в ФК, этот самый Олег был? Это он, кстати. Это он есть. Всё ясно. Добегайте, Персифона и алкоголичка. Типа ты решил хапалом похилить, да? Понял. Поставьте шкаф. А приз в шторме шкаф поставьте. И Олега еще суманить. Фулл баф. Чек на пол. Рыбу ставлю, кому там надо. Самое что прикольное,